Hello, hello! С вами Ольга Романова. Сегодня я покажу, как сделать еще один трендовый макияж этой осени. В моде цветная тушь для ресниц. Когда, если не сейчас? Не упустите эту возможность поэкспериментировать с яркими оттенками туши. Сегодня это уместно даже в дневном макияже. Ну что, начнем? Моя модель Анджела. Доброе утро! Начнем с геля для бровей. Прочесываем брови и придаем волоскам направление. Переходим к туши. В тренде синие, зеленые, фиолетовые, оранжевые оттенки туши. Но так как у моей модели красивые голубые глаза, я буду использовать розовую. Ловите лайфхак. Чтобы глаза выглядели более выразительными, сначала нанесите черную тушь, а потом уже цветную. А для зеленых глаз идеально подойдет фиолетовое. А теперь блеск для губ. Завершаем наш макияж пудрой. У каждой девушки свой тип кожи, но чаще всего я встречаю комбинированную. И в Т-зоне бывает блеск, поэтому ее мы обязательно припудрим. Я воспользуюсь пудрой Faberlic. У нее очень шелковистая текстура. Мне нравится, что она ровно ложится и отлично матирует кожу. Выбор оттенков большой, и каждая девушка сможет подобрать свой. Наношу ее с помощью пушистой кисти. Макияж готов. Будьте в тренде, хорошего настроения, куча поцелуев.